Давайте теперь попробуем установить программу другим способом. Для этого откроем сразу Ubuntu Software Center и найдем программу в нем, уже не используя Google и браузер. Программы в Software Center упорядочены по категориям. Например, если я хочу установить новый браузер, то мне надо зайти в категорию «Интернет» и выбрать браузер здесь. Мы видим галочки, что у нас уже установлен Firefox и Thunderbird. Например, я хочу установить Chromium. Это версия Google Chrome, специально разработанная для Linux. Я нажимаю Install, ввожу пароль пользователя и дожидаюсь окончания процесса установки. Программа успешно установилась, и мы видим ее иконку в меню быстрого запуска.